What is? Не пугайтесь, мои хорошие. Мы сегодня повторяем насекомые на английском. Пчелка по-английски bee. Скажем вместе. It's a bee. Теперь только вы, мои хорошие. It's a... Ох уж эта муха. Fly. It's a fly. Просто fly. Да, все легко. Она же умеет летать. A fly can fly. А вот эту красотку и эту зовут dragon. Dragonfly. It's a dragon, dragonfly. Давайте теперь ваша очередь сказать dragonfly. Как дракон, который умеет тоже fly, летать. Ну а это прекрасное создание butterfly. Butterfly. И тут тоже есть fly, потому что butterfly can fly. Lady bug. Божья коровка. У меня тут не одна леди, а их очень много, и они все красивые и разноцветные. Lady bugs. У-ху! Caterpillar. Скажите-ка сами. Caterpillar. Теперь только вы. Caterpillar. Да-да, это я. It's a caterpillar. Snail. Snail. Это я, улитка. Теперь ваша очередь. Скажите. Snail. Snail. О, загляденье просто... So cute snail. Ну что, мои друзья, запомнили, как эту даму зовут? Как? Snail. It's a snail. Ooh, да. Тот самый, который так больно кусает. Mosquito. Скажем, it's a mosquito. Теперь только вы. It's a mosquito. Тебе поставлю лайк, если еще расскажешь как. Лайк! Ну что, мои огонечки, как здорово вы сегодня позанимались с Оксаной английским. Узнали, как по-английски будет комар? Mosquito. Улитка. Как, мой друг? Snail. Гусеница. Caterpillar. Бабочка. Yes, butterfly. Муха. Конечно же, fly. И даже кто такой dragonfly? Это тоже мы узнали. Кто? Все верно. И узнали, как будет пчелка по-английски. Как? Bee. Вы просто умники. Горжусь вами. Спасибо, что учите английский вместе с Оксаной. До новых встреч. See you.